проспект Владимира Маяковского, 59А. Девятиэтажный кирпичный дом 1984 года постройки. Возле дома высажены кустарники. Входы в парадное в удовлетворительном состоянии. Установлены домофоны. У дома есть детская площадка. Места для парковки есть. Неподалеку расположен детский сад. Школа. Сквер. Жители этого дома имеют возможность набирать артезианскую воду в бювете. Дом в удовлетворительном состоянии.